Добрый день, уважаемые друзья. 26 марта 2016 года. Пятница. 10:25. Матч первого круга квалификационного турнира. На третьем корте играет Антон Аржанкин. Он проиграл первый сет. Счет 1-6. Во втором счете в сете 5-5. Во втором сете 5-5. И у него меньше на подаче. Разыгрывается геймбол. Антон перешел на корки, понимая, что в обычной игре он перепроигрывает соперника. Держит мяч. Антон продолжает играть горками. Но здесь очень большие забеги в теннисе. В республиканском входит в корт соперник и забивает мяч. С воздуха спокойно. Антон проигрывает 6-5 во втором сете. При этом он вел со счетом 5-1. Он 6-5 проигрывает. На данном четвертом корте играют наши соперники. Ориентировочно это будет юноша в желтой футболке. Значит, не проходит у него первый мяч. Второй аккуратно скручивает. Антон продолжает играть горками. И, в общем-то, это ему удается. Антон мужественно играет горками, понимая, что в этом его сила. Задача — снять скорость соперника. Соперник очень хорош наигран. Не проходит первая подача. Стоит судья-наблюдатель. Ошибается Антон с отскока по 15. По 15 ошибается Антон с отскока. Не проходит у соперника первый мяч. Вторая безупречная. Антон переходит на эти горки. Абсолютно спокойно. Играет соперник, входит в корт, надежно кладет. Антон не в своей тарелке, но продолжает делать свое дело, держать удар. Соперником Артема, вероятно, станет юноша в желтой футболке. Он переигрывает своего соперника на четвертом корте. Подача. Антон ошибается и у соперника Антона двойной матчбол. Ну что ж, соперник Антона показывает очень грамотный теннис. Поставил подачу, спокойно продолжает играть свою игру. Играет между ног, Антон выигрывает очко.
больше соперников, но не проходит первый мяч. Нужно отдать должное Антону, что он очень грамотно терпит. Двойная ошибка ровно. С двойного матчбола пока что ушел Антон. И ровно на подаче соперника. Напряженный момент матча. У соперника подходит первая подача. И с короткого мяча четко кладет по месту. Очередной матчбол Антона. Как только Антон выбросил короткий мяч, он тут же нарывается на четкую атаку соперника по месту. Очередной матчбол. Антон на приеме. Вновь проходит первый мяч. Ну, вторая подача безупречная. Опять Борки. И соперник тоже решает ответить тем же. Антон терпит, ждет. Вот она, Горка. Ударом с воздуха в очень напряженной нервной борьбе соперник Антона выбивает его из турнира. Да. Так тоже случается. Юноша в желтой футболке. Трудно будет завтра с ним бороться.